Да, здесь прохладно, мы решили с свечами еще. Ну как тебе, расскажи. Впечатление. Да, все нормально, все свои. У меня уже как бы ничего не осталось уже. Пустота какая-то. Все впечатления они прошли уже. Сейчас будем наполнять. Люди хорошие. Такие? Но я же один, а всех много. А это и все знакомые, каждому здрасте. Да, я сейчас со всеми здрасте, и извините, что вас не пустили, я мудак. Да. Ну, в хорошем смысле. Не, ну, понятное дело. Хотя ну, есть, если есть такой хороший смысл. Ну, а тебе как лучше, больше знакомых в зале или, да, или незнакомых? Лучше 20 знакомых. Да, так все, собственно, люди сами по велению души. Сколько тут? Все. Задувай. Загадывать? Загадывай. Да. Сейчас джин будет. Вау! Ладно, начинала ответственную часть, хорошо? Да. Ну вот так. Чуть-чуть там. Я ничего, сидя, да? Да, отлично. Нужно ставить книг, да? Ну как-то там эти Маркесы, это все очень. Маркесы на полочке. Да, мы решили. Цветы на востоке и вообще еще сильно. Ну, она очень старая. Ну, не сильно старая. Вот ну, не сильно, ну достаточно уже. Вот. В двух томах. Листики потихоньку внутри, ну, захочешь, может быть, потом отреставрируешь. Да. Ну, в общем, тебе это от нас. Понял. Здесь про все цветы. Цветы, не да, все? Да. Здорово. Наташ, бутылку для растирки от простуды давай. Читай. Тихий самогон. Посыпь дозы внутрь по 100 грамм перед концертом. Перед концертом Стаса пьет. Ну мы девочкам привезли в подарок. Да, да, это как сувенир. Получается, чтобы бухать не на не мне ее надо. Хорошая идея. Иногда людям не хватает там раскрепощенности. Так, а может как-то я буду это складировать? Видите, Таня. Да. Давайте подарочки сразу я, чтобы не затерять вам. Можете сразу и начинать по 100 грамм. Значит, ну, вот так, так. Но на самом деле мы хотели его взять. Обязательно держи. Давай вперед. Я ой, просто попозировать надо. Нож отличного еще. Чтобы пропустить меня. Сейчас первый кусок. Нет, сразу. Дальше уже профессионально закончился. Ты шампанское можешь открыть? Так вот, открываешь. Открываешь? Да, пока там. А можно еще одну бутылочку? Да, не открывал, я не отвечаю. Только не голову. Так, хавайся. Сейчас стреляю. Все живы. А где этот Ваня? Где Нариман? Попросил уже помочь.
Подходите, берите, берите. Я пройду. Проходите, давайте. Давайте я сфотографирую. А подожди, дай поесть человеку. Сейчас нам зайдет на шампанское тоже. А вот здесь. На утро позавтракать? Ну да. Допустим, я так, здесь все. Туда можно пойти. Мне бы что-то сначала такой супец какой-нибудь. Учтем, учтем. Ну сейчас варить надо. Шоколад, три шоколада здесь. Если бы мы знали. Следующий раз. То есть я на потом бы эту ситуацию приберег, потому что сначала надо поесть, что там стоит на улице. Следующий раз супа. Или вы режете? На завтрак. А зачем ты режешь только пересеки? Во, увлеклась. Вошла в огонь. Успокойся. Витька.